Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Приветствие, дорогие мои, я Крайон из магнитной службы. As my partner says, the linear time goes quickly. Как говорит мой партнер, линейное время быстро заканчивается. And here we are at the end. И вот мы здесь, в самом конце. This entity called Cryon. Эта сущность, которая называется Крайоном, is not linear. Нелинейна. It represents an energy instead of an entity. Она представляет собой энергию, нежели чем сущность. And it's never the same. И она никогда не одинакова. There are attributes of it. У нее есть свои характеристики, that you come to expect. Которые вы ожидаете. But it's never the same. Но она никогда не одинакова. And it grows in intensity. Она растет в своей насыщенности. As the human allows the portal to open bigger. Когда люди позволяют этому порталу открыться еще больше. And part of his process is yours. Часть этого процесса также часть вашего. To open the door as wide as he can. Открыть эти двери настолько широко, насколько возможно. An allowance of information. Позволение информации, to come through a sacred portal. Чтобы она прошла через этот священный портал. It passes through his higher self. И она проходит через его высшее Я. And that is the meld that you see now. И вот это слияние, вот что вы видите сейчас. It is his style, it is what he allows. Это его стиль, это то, что позволяет он. It is what he permits. Это то, что он разрешает. And in the process, и в этом процессе we have what is called the third language. У нас порождается то, что называется третьим языком. We've mentioned before this process. Мы упоминали раньше этот процесс. It is important that you hear his voice. Очень важно, чтобы вы слышали его голос. Even if you don't understand his language. Даже если вы не понимаете его языка. For within the audio. Потому что внутри этого аудио и вот в этих действительных вибрациях в воздухе находится катализаторный язык Духа. It rides on top. И он находится на поверхности. Whatever it is you are perceiving, he is doing. Того, что вы воспринимаете, он делает. And it's filled with creative energy. И это наполнено творческой энергией. Feel, это то, что вы чувствуете, дорогие мои. Если вы позволяете себе чувствовать. Интеллектуальный человек, академик, который был здесь, он сделал выбор не почувствовать этого. They may choose not to involve any emotion at all. Они могут сделать выбор вообще не вовлекать сюда никаких эмоций. There's no judgment of that. И здесь нет никакого осуждения. But they put a barrier. Но они ставят барьер between a beautiful thing между прекрасной and вещью themselves. И собой. How many of you can allow the portal to open today? Сколько из вас могло позволить открыть этот портал сегодня? And absorb this simple message. И впитать это простое послание. This is not going to be an endurance channel. Это не будет ченнелинг, который будет тестом на вашу выносливость. This is going to be a sweet punctuation mark. Это будет сладкой точкой. On a beautiful 2 days. В этот прекрасные 2 дня. What is it you're going to take away? Итак, что вы унесете с собой? From our time together. Из нашего времени, которое мы провели вместе. Memories? Воспоминания. Or could there be more? Может быть, здесь что-то большее? In a multi-dimensional state. В межпространственном состоянии. You can carry energies out the door with you. Вы можете вынести энергию с собой за двери. That you didn't bring in. Те, которые вы не принесли с собой. And they're appropriate. И это уместно. They're sweet. Они уместны и сладки. They can be life-changing. И они могут изменить жизнь. Just ideas. Идеями. Of who you are. Того,
готовы есть. In the process of channeling. В процессе ченнелинга. My partner teaches mastery. Мой партнер учит мастерству. And that is what comes through me. И это то, что приходит от меня. To him. К нему. And for 21 years. И уже 21 год. We have been teaching this. Мы преподаем это. In various stages. В различных состояниях, различными способами and many subjects. И на различные темы. It's all about opening the door. Все это имеет отношение к открытию двери and seeing a larger you. И видению себя большим. The lecture today that my partner gave, та лекция, которую давал мой партнер сегодня, was one where we gave him these tools. Была той, который мы дали ему инструменты, to show you, показать вам, that there is a restraint on your thinking, что существует ограничение у вашего мышления, and you're ripe and you're ready. И вы, когда вы созреете, будете готовы, perhaps to open this door wider, открыть эту дверь шире. And so in these few remaining moments, и поэтому в эти несколько оставшихся мгновений, I'm going to give a simple message. Я передам вам простое послание. I'm going to call it this. Я назову его The secret of mastery. Секретом мастерства. What does this mean to you? Что это значит для вас? How is it that you could change yourself? Как можно, чтобы вы могли изменить себя? To the degree where you could say, I have mastery. До такой степени, чтобы вы могли сказать, я владею мастерством. What does that entail in your life? Что это включает в вашей жизни? Well, perhaps some of you have looked at the crayon work. Возможно, некоторые из вас посмотрели на работу крайона. 20 years ago, I gave you a concept. 20 лет назад я передал вам концепцию. Of accepting what was discussed and described as an implant. Принятие того, что было описано как имплант. It is not a good word to use. Это не очень хорошее слово для использования. For many times humans believe this is an evil thing. Так как много раз люди думают, что это что-то злое. It made many back up and look at it and examine what is it. Многие посмотрели на это, изучали это. Что же это? That's exactly the reaction we wanted. Это именно та реакция, которую мы и хотели. Because once you accept it, потому что когда вы примете это, it starts a process. Она начинает процесс. Of epiphany. Эпифильный процесс. And it is now defined as the implantation of permission to shift. И сейчас мы понимаем, что этот имплант является разрешением для перехода. Many some of you did that, you know? И многие из вас сделали это. And you gave that permission. И вы дали это разрешение. And things started to change. И вещи стали меняться. Maybe you're one who did that and is sitting here and said, "This is the secret to mastery." И возможно, вы сидели здесь и сказали, вот он, секрет мастерства. This must be it. Это должно быть он. For it started a massive change in me, and here I sit today. Потому что это началось великие изменения для меня, и вот я сижу здесь. Crayon, is that the secret to mastery? Crayon, вот это и есть секрет мастерства? No. Нет. No, that is a step. Это шаг. That is a process. Это процесс. And it's a good one. И это хороший. For it involves that thing you hear so many times. Так как это имеет отношение к той вещи, которую вы слышали много раз. Pure intent. Чистое намерение. Well, then perhaps it's the acknowledgement of the higher self. Возможно, это принятие высшего я. That was discussed today. Это обсуждалось сегодня. That must be it, Crayon. That's it. Да, Крайон, это должно быть это. For some of you have opened the door. Так как некоторые из вас открыли дверь. Metaphorically. Метафорически сказано. To your heart. К своему сердцу. And you've aligned the three-dimensional part of you with the multi-dimensional part of God. И вы настроили трехмерную часть себя к межпространственной части Бога. Some of you are so different today. И некоторые из вас настолько иные сегодня, journey, чем когда вы начали это эзотерическое путешествие. So
Вот такие иные. And you feel it and you know it. И вы чувствуете это, вы знаете это. You believe that perhaps you're actually touching pieces and parts of the higher self. Вы верите, что возможно, вы прикасаетесь к этим частичкам высшего я. You can feel it repatterning things in your life. Вы можете чувствовать, как это перепрограммирует вещи в вашей жизни. And you're right. И вы правы. That must be it. Это должно быть так. It must be the secret. Это должно быть тот самый секрет. Connection to the higher self. Yeah. Связь с высшим я, да. That's not it. Но это не так. Oh, that's very important. О, это очень важно. One of the most important things you can do. Это одна из наиважнейших вещей, которые вы можете сделать. So many channels, so many years. Столько много ченнелингов, столько лет спустя. Have we invited you to do that? Приглашали ли мы сделать вас это? Can you be bigger than you think? Можете ли вы быть большим, чем вы думаете? Can you open your heart tonight? Можете ли вы открыть свое сердце сегодня? Let me ask you a question. Позвольте мне спросить вас. In this culture, in this society. В этой культуре, в этом обществе. It would be a courageous thing this evening. Было храброй вещью сегодня вечером. To be loved. Быть любимым. To drop the guard long enough. Сбросить вот это вот ограждение достаточно долго. To feel something here. Чтобы почувствовать здесь что-то. I'll make you a promise. Я обещаю. If вам, you will open that guarded area of yours. Если вы сбросите эту защиту с вас. Just for a few moments. Хотя бы на несколько мгновений. And absorb what is coming. И впитаете то, что идет. You can close it right up again. Вы можете тут же закрыться. This is a safe place to be right now. Это безопасное место. Безопасное место, чтобы здесь быть. Can you do that? Можете ли вы сделать это? What is the secret to mastery? Итак, каков же секрет мастерства? Some have said, well, it must involve the newest Akashic teaching. Некоторые говорят, наверное, это имеет отношение к новым акашевым учениям. Or in the last 2 years, Cryon, we have heard what you've said about the Akash inside the cellular structure. За последние 2 года, Cryon, мы слышали о том, что ты рассказывал об этих акашевых записях внутриклеточной структуры. This amazing dimensional tool. Это удивительный инструмент. Where past lives are no longer past. Где прошлые жизни больше не являются прошлыми. Where the human being can dip into the seeming metaphoric soup. Где человеческое существо может окунуться в метафорический суп. Of past life energies. Прошлых энергий. That must be the secret to mastery. Think about that. Вот это и должно быть секрет мастерства. Подумайте об этом. Today, a human being can go and pick up the things that they need from the past. Сегодня человеческое существо имеет возможность вернуться в прошлую жизнь и взять то, что им интересно. Они могут находиться в квантовом состоянии. With the lifetimes they have earned and lived. С жизнями, которые они прожили, которые они заслужили. They can have a multi-dimensional experience with time. Они могут иметь межпространственный опыт со временем. Go in and get the things they need. Идти и получить вещи, которые они хотят. They've lived them. Они прожили их. And they deserve them. И они заслуживают их. They can have peace over anything. Они могут иметь мир в любой ситуации. Remove drama from their lives. Убрать драму из их жизни. Heal their cellular structure. И исцелить их клеточную структуру. One of the most powerful tools we've ever discussed with humanity. Одна из наиболее мощных вещей, которые мы обсуждали с человечеством. Only opened the door to the concept of mining the Akash in the last 2 years. Мы открываем двери к этому пропалыванию этих акашевых записей только последние 2 года. What a concept! Какая концепция! Think of the power there. Подумайте об этой силе в ней. To reach in and get what you need. Для того, чтобы протянуть руку и получить то, что вы хотите. That has to be it. Вот, это должно быть оно. Only masters could do that. Только мастера могут сделать Cryon, это. Cryon, is that it? Is that what you're talking? Is that the secret to mastery? Cryon, это именно и есть то, о чем ты говоришь. Вот это и есть секрет к мастерству? No. Нет. It's a good one, but it's not the secret. Это хорошо, но это не является Not really. Секретом. Нет, не так. And that's why we call it a secret.
Именно поэтому мы называем это секретом. Потому что когда я вам скажу, что это, вы подумаете, ну это же слишком просто. Но это не так. Иначе вы бы все делали это. Perhaps it's what was being taught. Возможно, это то, чему учат. About the power of intuitive thought. О силе интуитивной мысли. Brian, you've talked about intuition. Крайон, ты говорил об интуиции. As a new tool. Как о новом инструменте. Which becomes a map of what to do. Который станет картой того, что же делать. Almost like a multi-dimensional antenna that you raise. Почти как межпространственная антенна, которую ты поднял. Letting you feel the potentials of the future. Которая позволяет вам чувствовать потенциал будущего. So you'll know when to turn left and when to turn right and how to act. Чтобы вы знали, когда поворачивать направо, когда налево и как себя вести. What a beautiful tool this is. Хороший инструмент. Now not all of you have heard of all these tools. Но не все из вас слышали об этих инструментах. Но я передавал вам их долгое время. Действительную карту, которую вы можете пользоваться ежедневно для того, чтобы понять смысл жизни. Это не будет то, что будет предсказывать будущее, но будет давать вам внезапные инструкции тогда, когда вы потянетесь и почувствуете нужду в них. That must be it. Вот, это, наверное, так. Because the masters who walked the earth, потому что мастера, которые ходили по земле, had that ability. Имели эту способность. That's gotta be it. Да, это, наверное, оно. Cryon, is that it? Крайон, это так? No. Нет. Well then, Cryon, it must be the last one. It's got to be all about layer 9 of DNA. Ну что ж, Крайон, тогда должна быть самая последняя вещь. Наверное, это имеет полное отношение к девятому слою ДНК. That's the latest channeling. It's the newest channeling. Это самый последний ченнелинг, самый новый. And powerful information it is. Который имеет мощную информацию. How you can join the three-dimensional and multi-dimensional parts of the immune system. Можете присоединиться к трехмерным и четырехмерным порталам иммунной системы. And create a healthy body. И создать здоровое тело. Explained last night. Объяснено было вчера. Is that it, Cryon? Это и есть? It's got to be it. There's nothing left. Наверное, это именно это и есть, Cryon. Ведь ничего же не осталось. That's not it. Нет, это не секрет. Well, what is it that is left? Ну что же тогда осталось? Human beings tend to look at lists and stair steps. Люди так привыкли смотреть на списки, на ступеньки, на лестницы процессов. And they're all needed. И они все необходимы. That's where humans move from one thing to another. Именно поэтому люди продолжают перемещаться от одной вещи к другой. Это линейность вашей реальности. Поэтому это необходимо. Helpful. Оно помогает. So it makes sense that you would list these things, perhaps. Именно поэтому понятно, чтобы вы перечисляли эти вещи и спрашивали, являются ли они этим секретом. Является ли секрет внутри них? And it isn't. Но это не так. The secret of mastery overlays every single one of those attributes in the list. Секрет мастерства, он охватывает все эти вещи, все эти характеристики в этом списке. And it's not something you can do easily. И это не является что-то, что может быть очень простым. It's hard to define what it is. Это сложно определить, дать определение этому. But I can tell you what it is. Но я могу сказать вам, что это. And it's a big one. И это большое. And it's a hard one. И тяжелое. And here it is. Вот оно. It's called love of self. Называется любовь к себе. Can you love yourself? Можете ли вы любить себя? Can you fall in love with the face in the mirror? Можете ли вы влюбиться в лицо в зеркале? Can you look at yourself as divine and beautiful? Можете ли вы смотреть на себя как
на что-то божественное и прекрасное. And you say, well, that's too easy. Вы говорите, так это очень просто. Конечно, могу. I can do that. Я могу сделать это. But you're not. Но это не так. Let's pretend for a moment your very essence. Давайте сделаем вид на мгновение. Is a little child. Что у вас суть сущность ребенка? Let us pretend for a moment. Давайте притворимся на мгновение, sensitive part of you, что самая чувствительная часть вас, the soul core, вот эта вот сердцевина души, has the feelings of a child. Имеет чувства ребенка. What would you say to a little kid? Что бы вы сказали маленькому ребенку? What is it you would say to a child, dear human being, dear adult? What would you say to a child? Дорогой взрослый человек, что бы вы сказали ребенку? Well, let me tell you what I hear you say to a child. Позвольте мне слышать, что вы говорите ребенку. You're ugly. Ты страшный. You're not worthy. Ты недостойный. You're never gonna make it. У тебя никогда это не получится. Things are gonna get better, but not very soon. Все будет лучше, но не скоро. You may not even be around for it. И, возможно, ты даже не доживешь до этого. You better move the other way. Тебе лучше отправиться в другую сторону. Somebody important more than you is coming. Потому что идет кто-то более важный, чем ты. You never get ahead. У тебя никогда не получится добиться этого. Would you say that to a child? Вы бы сказали это ребенку? A child who looks up at you with the innocent eyes of love. Ребенку, который смотрит на вас своими невинными глазами любви. No. Нет. Then why do you? Так почему же вы делаете это? Because the child is that core of you. Потому что этот ребенок и есть сердцевина вас самих. For the secret of mastery. Которая все ждет этот секрет мастерства. A beautiful core energy of love. Прекрасная сердцевинная энергия любви. It constantly looks at your own body and consciousness and которая постоянно смотрит на ваше тело, на ваше сознание и постоянно поздравляет вас за вашу красоту. Pretend you're the little child. Сделайте вид, что вы маленький ребенок. Listen to these words. Послушайте эти слова. Oh, how beautiful you are. Вы так красивы. Look at the creator inside there. Посмотрите на этого творца внутри вас. Not your face. Не на ваше лицо. Oh, precious little one. На этого драгоценного. Look at the seed sparkle. Посмотрите на эти семена, на эти искры Бога. You're really going to go places. Вы действительно. You're magnificent. Вы так великолепны. Oh, if you could see that, you'll be able to climb any ladder anywhere. Вы бы могли взобраться of any process, на любую лестницу любого процесса где угодно. You're beautiful. Вы красивы. Oh, and what does the child do with that? Что ребенок сделает с этим? Really? Правда? Oh, thank you. Спасибо. That's falling in love with yourself. Вот это и есть влюбиться в самого себя. And that is not easy, is it? И это нелегко, не так ли? You're going to have to rearrange your thinking, aren't you? Вам придется перестроить ваше мышление. Someone comes up to you to say, "How are you?" Кто-то подошел вам спросить, как ты? Talk to the child. Поговорите с ребенком. I feel great because I am magnificent. Я чувствую себя великолепно, потому что я великолепный. You don't say that, do you? Вы же не говорите это, правда? No. Нет. Humans have learned that if they become negative, it gets attention. Люди научились, что если ты становишься негативным, то ты получаешь внимание. How are you today? Not well. Как ты сегодня? Нехорошо. Immediate attention. Все, внезапное внимание. Let's have a little drama stirred in. Ну что ж, давайте разбудим небольшую драму. Because something happened. Потому что что-то случилось. And what was it? Так что ж это было? Was this and it was that. Это было вот это было вот это и вот это. What's going to happen because of that? Ну и что теперь получится из-за этого? Oh, bad things. Ну как, плохие вещи? You see, I've been listening. Видите ли, я слушал. Because I live with you.
потому что я живу Did you know that? Знаете это? I am a piece of the creative energy that is around you. Творческой энергии, которая вокруг вас все время. I know who's here. Я знаю, кто вы, я знаю, кто здесь. Listen to the words come out of your mouth. Послушайте слова, которые выходят из вашего рта. Is there joy there? Если там радость? If there is not, если там ее нет, there's no love of self. То значит, у вас нету любви самого себя. All the things I mentioned is just a ladder of processes. И все вещи, которые я говорил, всего являются Maybe you'll get процессов. A piece of paper that says you graduated. Может быть, вы даже получите бумажечку, на которой написано, что вы завершили в этом. And the angels around you will cry in sorrow. И ангелы вокруг вас будут плакать в печали. Because you never got it. Потому что вы никогда не поняли. You never understood the little child inside. Вы никогда не поняли этого маленького человечка внутри. That's the secret of mastery. Вот, это и есть секрет мастерства. I want you to envision for a moment your favorite master. Я хочу, чтобы на мгновение вы сейчас представили себе своего любимого мастера. Well, this will actually close this meeting. И этим мы завершим эту встречу. Who was it? Кто это был? Perhaps it was the Christ. Возможно, это был Христос. More recent, perhaps it was the prophet Muhammad. А может быть, совсем недавно это был пророк Мухаммед. Perhaps it was more ancient and it was one Возможно, of the, это было что-то более древнее. One of the Buddhas. Один из Будды. Perhaps it's very recent. А возможно, это что-то совсем недавнее. Perhaps it's a guru. Возможно, это гуру. Perhaps it's Paramahansa Yogananda. Это возможно. Mahanda Yoga. Perhaps it's one of those. Может быть, кто-то из них. Doesn't matter. Это не важно. Who is it you admire for their sacredness? Кого? Кому вы восхищаетесь в их священности? Now put them before you for a moment. Теперь представьте себе этого человека на мгновение. And look at their face. Посмотрите на их лицо. What do you see? Что вы видите? You see a human being. At peace with himself. Вы видите человеческое существо в мире с самим собой. What are masters known for? Итак, в чем известны мастера? Чем они известны? Своим миром. Patience. Терпением. Lack of drama. Отсутствием драмы. Love. Любовью. All of them. Все они. Understanding. Пониманием. What have you been told about their lives? Что вы знаете об их жизнях? Where their footprints were. И где были отпечатки их стоп? Flowers grew. Там, где растут цветы. That their face would shine like the sun. И их лица светились, как солнце. That little children would come around them. И маленькие дети собирались вокруг них. Even animals knew they were. Даже животные знали. Because they were in love with the God inside. Потому что они были влюблены в Бога внутри них. And that is the secret of mastery. Это и было секретом мастерства. And if you have trouble with that, и если у вас трудности с этим, I give you a vision. Я сейчас дам вам видение. Look past the face in the mirror. Смотрите дальше лица в зеркале. And see the beauty of God in you. И увидьте красоту Бога в вас. While you look at yourself, love that. И когда вы смотрите на самого себя, то любите это. И медленно вы начнете любить себя. Do you dare be loved today like this? Если у вас храбрость быть любимым вот так, если у вас храбрость открыть свое сердце и почувствовать эти вещи, Why not? Почему нет? What are you afraid of? Чего вы боитесь? Think it's gonna hurt. Вы думаете, это причинит вам боль? And so that's the request of Kryon. Это просьба Крайона. A piece of the Creator Творца is before you. Он перед вами. It's what you're hearing in this это third то, language. Что вы слышите на этом третьем языке. Some of you are feeling and wondering what это то, что is. Некоторые из вас чувствуют и интересуются, что же это? Well, that's the way truth presents itself. Потому что правда представляет себя таким образом. When your door is open. Когда открыта ваша дверь. Those with an open door right now know Те, у кого открыты эти двери, знают, что это настоящее. There's validation of the energy here. И есть подтверждение этой энергии здесь. Здесь есть те,
кто видит свет на сцене вокруг моего партнера. Это нельзя создать искусственным образом. И вот это вот озарение, которое происходит сейчас в комнате, и даже те исцеления, которые происходят в это мгновение, вот что вы чувствуете, дорогие мои. Если у вас храбрость быть исцеленными, почему же вы не хотите? Получите это, просто сделайте это. Отпустите это. Оставьте это место. Уйдите отсюда иным, нежели чем вы пришли. Вы знаете, к кому я обращаюсь? Да, ты. That's why you came, is it not? Вот почему ты пришел сюда, не правда ли? That's the love of self. Вот это любовь себя. And so it is. И это действительно так.